Починать весну наведение парадку на земле на Гомельщине уже давняя традиция. Причем добропорядкованием территории занимаются не только коммунальные службы. В последний час специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья проводили мониторинг ситуации на объектах социальной сферы. Значных порушений не выявили, а певные зауваги выказали. На этих объектах, конечно, грубых нарушений не встретишь, к счастью, но текущие моменты есть всегда. Это банальная уборка территории, своевременный вывоз мусора. По великим рахунку наводить парадок на объектах социальной сферы активно почали 1 красавика с початком проведения месячника по добропорядкованию. Правда, там, где этой теме и ранее надавали значную увагу, особливых проблем не возникло. Санаторий Чонки в этом плане можно лечить узорным. Тут за каждой службой замацевали конкретные территории. Теперь все без выключения, медики, водители, горничные и вартовники, двойче на тыдень проводить мини-субботники. По великим рахунку, частеня для санатория понятие экономичное, отпочивать сярод смети сегодня никто не жадая. Если будет желание, то и деньги заработаем, и будем наводить идеальный порядок на территории, что привлекает наших отдыхающих. Конечно, проезжает санаторий, если здесь чисто, красиво, убрано, порядок, то и с удовольствием люди приезжают. У научальных установок первые помощники у наведения парадку – спонсоры и батьки. Плюс у шмат таких школах проводить специальные акции. От «желтого солнца» – это когда на территории высаживаются кветки только желтого колеру, до насення, когда дети и дорослые занимаются нарыхтовкой рослин. У речи кажут, тут есть еще и выхававший момент. То, что сделано властными руками, заховывается значно лепше. Бодай, самая главная задача для каждого керовника – знайти сродки на добропорядкование. Одна кветка петунии, самой запотребованной в этом году рослины, у питомника каштует около 12 тысяч рублей. А таких кветок, в зависимости от территории, потребны десятки, а то и сотни. Еще одна проблема – ландшафтный дизайн. У школах просто нема отповедных специалистов, а тому зробленные композиции часто не отповедают минимальным эстетичным потребованиям. У 61-й гомельской школе за допомогой звертаются до батьков, которые працуют на специализации. Предприятиях, плюс активно выучают интернет. Хоть разом с этим и погоджаются, коли б добропорядкование проводилось с допомогой дизайнеров, корысти было б больше. Помощь ландшафтного дизайнера нам очень нужна. Но так как единицы у нас такой в штате нет, поэтому мы ищем из своих сотрудников, любителей. Вы же знаете, что сейчас и дачники, и огородники выращивают цветы, помогают нам, вот, наши родители. Обязательно помогают наши шефы в решении каких-то проблем. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».